Совсем недавно компания NVIDIA выпустила новую 20-ю серию графических процессоров GeForce, которые получили суффикс RTX. В новых процессорах реализована технология трассировки лучей, которая позволяет по-новому подойти к реализации эффектов освещения, делая их менее затратными для GPU и максимально приближенными к реальным сценам. Также значительно увеличена производительность традиционных методов построения 3D-графики через растеризацию. Новые топовые ускорители способны в реальном времени показывать вот такую захватывающую графику в играх в разрешении 2560 на 1440 и выше с очень приличной скоростью при максимально возможных настройках качества. В данном обзоре мы расскажем о высокопроизводительном графическом ускорителе Gigabyte GeForce RTX 2080 Gaming OC. C8G. Как следует из названия, видеокарта использует графический процессор NVIDIA GeForce RTX 2080, который содержит 2944 ядра CUDA, 46 ядер трассировки лучей, 368 тензорных ядер, 184 блока текстурирования и 64 блока смешивания. Видеокарта оснащена 8 гигабайтами GDDR6 памяти, работающей на частоте 3500 МГц. Для связи GPU с локальной памятью используется 256-битная шина обмена, разведенная на печатной плате. Система электропитания реализована по 10-фазной схеме и обеспечивает максимально быстрый контроль напряжения на графическом ядре и микросхемах памяти. Система охлаждения представляет собой массивный радиатор с множеством никелированных ребер. Кристалл графического процессора прижат к центральной медной подошве, через которую идут теплопроводящие трубки. Микросхемы памяти и силовые транзисторы также охлаждаются данным радиатором. Поверх него установлен кожух с тремя вентиляторами, работающими на одной частоте вращения, с лопастями особой формы, снижающими шум и повышающими эффективность обдува. Следует отметить, что при нагреве GPU ниже 50 градусов Цельсия, при работе в 2D-режиме или простое, вентиляторы выключаются, и видеоускоритель становится полностью бесшумным. Кстати, и при активной работе с 2D-графикой, например, при просмотре фильмов, GPU нагревается не выше 49 градусов, поэтому уровень шума не превышает фоновый. При максимальной нагрузке в трехмерных играх графический процессор нагревается до 69 градусов, вентиляторы раскручиваются до 1700 оборотов в минуту, уровень шума увеличивается всего до 29 дБ. Таким образом, даже под высокой нагрузкой видеокарта остается малошумным устройством. Стоит отметить, что компания NVIDIA выпускает ускорители на базе GeForce RTX 20 серии под собственным брендом Founders Edition. При этом видеокарты работают на повышенных частотах относительно номинала и стоят намного дороже аналогов. В названии рассматриваемой нами карты Gigabyte имеется аббревиатура OC, что означает overclocked, то есть разогнанный вариант. По производительности герой нашего обзора не уступает карте Founders Edition от NVIDIA, но стоит существенно дешевле и шумит меньше. Правда, за низкий уровень шума придется пожертвовать пространством. Видеокарта Gigabyte занимает ширину в 3 слота на системной плате. Впрочем, львиная доля высокопроизводительных ускорителей 3D-графики также занимают 3 слота. Тесты в играх показывают, что решения на базе новых GPU GeForce RTX 2080 и, в частности, ускоритель Gigabyte обходят видеокарты на базе GeForce GTX 1080 в среднем на 38%. Преимущество над GeForce GTX 1080 Ti достигает 10%. Разумеется, мы говорим о сравнении результатов при разрешении 2560 на 1440 и выше. При разрешении 4K новые ускорители демонстрируют очень хорошую производительность в играх. Вывод будет простым и предсказуемым. Новая видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2080 Gaming OC 8G обеспечивает высокую производительность в играх и позволит использовать трассировку лучей в ближайшем будущем.